Горную реку под Чаром в Ухтыльском районе покорили инвалиды общественной организации «Аппарель». Участники проекта «Север», колясочники из Санкт-Петербурга, Москвы, Коми, Украины и Белоруссии сплавлялись по реке и гуляли по национальному парку Юг-2. Какие трудности преодолели люди с ограниченными возможностями, в репортаже Анастасии Тюрниной. Активисты загружают чемоданы в вертолет. Вещи и продукты на 2 недели. Через несколько минут – в полет. Из иллюминатора видны просторы национального парка Юг-2, а вот и река под Чаром. Именно по ней 110 километров будут сплавляться инвалиды-колясочники. В 2001 году мы первый раз приехали вот в город Ухтыл, первый раз взлетели на вертолете и сплавились по прекрасной горной реке под Чаром. И 10-й мы решили провести именно на реке под Чаром, потому что она очень спокойная, красивая, доступная для инвалидов. Солнце, воздух, чистая вода. А еще северный загар. Боевой дух не покидал участников сплава. Мы здесь все не пассивные зрители, которых носят, ставят, и мы вот созерцаем красоты. Мы все участвуем. Все колем дрова. По возможности готовим пищу, собираем лагерь, разбираем, ставим сами палатки. То есть за нас это никто не делает. Просто невозможно за всех все сделать. Мы делаем это все сами. И это вот эта вот социальная реабилитация, которую мы проходим здесь, она дает большой заряд и дает возможность другим людям, которым, возможно, еще тяжелее в этой жизни приходится, помогать, поддерживать и находить вот силы. Людям с ограниченными возможностями помогали всего 4 волонтера. По словам организаторов, больше никто не отозвался. Хотелось бы, чтобы наши жители нашего района тоже принимали активное участие в этой программе. Процентов 70 жителей нашего города, это не те, которые инвалиды, а здоровые люди, не посещали территорию национального парка. Турслет завершился в Ухтыле спортивным фестивалем. Каждый участник доказал себе, он может преодолеть любые трудности. Анастасия Тюрнина, Светлана Хахалина, Илья Пузанов, телеканал «Юрган».